Небольшая авария в Гродненском районе из-за обычного разбирательства сотрудниками госавтоинспекции переросла в уголовное дело по факту мошенничества. Несостыковки в обстоятельствах ДТП обнаружили инспекторы дорожно-патрульной службы. Два легковых автомобиля, Мерседес и Ауди, по словам водителей, не смогли поделить место на трассе Беляны-Гродно. Однако оказалось, повреждения, о которых заявили водители, и как они получены, никак не связаны. Назначенная по данному инциденту и проведенная транспортно-трассологическая экспертиза выявила признаки на обоих автомобилях, свидетельствующие о том, что они не характерны для ДТП. Кроме того, в результате проведенных исследований установлено, что повреждения на обоих автомобилях были образованы в процессе их нахождения в статике, то есть не в движении. Указанная совокупность признаков на основании и выводов экспертизы позволили исключительно убедиться в правильности версии следствия о том, что дорожно-транспортное происшествие было инсценировано. В Гродненском межрайонном отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Известно, что главный фигурант уже имел судимость за подделку номера транспортного средства. Сейчас он находится под стражей.